22 ноября в стенах Далевского университета прошла торжественная присяга казаков-новобранцев в Далевскую казачью сотню. На мероприятии присутствовали советник главы по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания Юрченко Сергей Николаевич, заместитель председателя Народного совета Луганской Народной Республики Коваль Олег Валерьевич, министр образования и науки Луганской Народной Республики Лустенко Андрей Юрьевич, ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Рябичев Виктор Дронович, духовник нашего университета, клирик храма Александра Невского, протоиерей Михаил. Коваль Олег Валерьевич сказал о том, что казачество и казачьи традиции – это действительно одна из основ и скрепов русской души, а также, что очень хорошо, что сегодня появляются новые ребята, которые будут эти традиции продолжать. Я хочу пожелать всем сегодняшним участникам данного мероприятия, чтобы вы несли гордо данное имя и соблюдали те традиции, которые исторически в русском народе присутствуют. Лустенко Андрей Юрьевич напомнил о том, что традиции русского казачества неизменно были одним из фундаментальных и важных векторов всей русской культуры. Они регламентировали собою очень многие вещи. Они регламентировали и приписывали уважение к женщине и воспитание детей. Прежде всего, они регламентировали и говорили о защите родных рубежей. Они говорили о вере, о религиозности, о православной вере. И поэтому в этом плане то, что станица Далевская основывается в этих стенах, является очень важным существенным фактором. Духовник нашего университета отметил, что казачество – это выражение духа наших соотечественников. Вот выступая казачество, я хотел бы пожелать покрова Царицы Небесной, ее заступничества, а вы, как послушные дети, были ее хорошими детьми, и она всегда была вашей спутницей и защитницей на всех ваших начинаниях. Храни вас Господь и покрова Пречистая Владычица наша Богородица. Текст присяги был зачитан Юрченко Сергеем Николаевичем. Поздравлением к новобранцам обратился Юрченко Сергей Николаевич. Я вас поздравляю с принятием присяги. Поверьте, это серьезное дело. И я очень рад, что ваши педагогические помощники, ваши учителя, ваши наставники сделали так, чтобы все-таки вы приняли это взвешенное и правильное, я считаю, решение. Также свои слова поздравлений сказал ректор нашего университета Рябичев Виктор Дронович. Уважаемые казаки, для меня огромная честь вот то, что вы сделали сегодня. Вы вступили в нашу Далевскую казачью сотню. История богата, ее нужно развивать и особенно привлекать молодежь. Вот вы первые будьте выпускники. Для нас это огромная гордость. Это гордость и для республики. Поверьте, вот данное вами слово, сказанное, быть верным слову, это дорого стоит. Поверьте, вы будете, пройдут годы, и вы будете вспоминать. Надо быть честным, порядочным, верным и прекрасным, хорошим защитником всех людей.